студия красоты Велоарт в нашем обновленном салоне. Это второе рождение салона. Мы очень счастливы, что мы снова возвращаемся в свои пенаты. Салон изменился, салон стал шире, салон стал более стильный, более тонкий. Салон стал больше. И помимо стандартных услуг, еще будут новые интересные проекты. Салон в городе, на мой взгляд. Это студия Велоарт, это самое прекрасное место в городе Хабаровске. Я могу сказать, что салон замечательный, салон очень стильный. Салон это, я думаю, одна из достопримечательностей города Хабаровска. Мы давно знакомы с Юлей. Это большой специалист, наверное, самый лучший в нашем городе, да, по волосам. Креативно, неустанно работающий. Такие люди, ну, просто на вес золота. Как никто другой, очень хорошо понимает тренды в высокой моде, прет-а-порте. Она умеет чувствовать одежду, стиль и, соответственно, создавать такие же образы. Я хочу выразить благодарность, во-первых, своей, как говорится, второй семье, это своему коллективу, еще раз повторюсь, который на протяжении многих лет, 12 лет, со мной поддерживает меня во всех начинаниях. Я хочу сказать спасибо нашим любимым клиентам, которые всегда нас радуют. Процветание этому салону, развитие этому салону, больше клиентов этому салону. Ну и самой Юлии Харченко расти и процветать.